Побыстрее, пожалуйста. Блин, весит. Сейчас все остынет, и мне принесут холодный стейк. Бедняжка. Чего ты пришел? Ну, ты все сделала для того, чтобы я пришел. Я ничего не делала для этого. Ты 4 дня трубку не брала, зачем, чтобы я пришел? Ну вот, я пришел. Рассказывай, чем ты на этот раз недовольна. Всем недовольна. Всем это тем, что я не миллиардер, или тем, что я остановил тебя, когда ты в очередной раз собиралась вылить кучу говна на Софию? Я недовольна тем, что ты предпочитаешь жить хуже, чем мы могли бы. И еще тем, что ты постоянно сравниваешь меня с Софией. Юля, так ты себя с ней сравниваешь, а не я. А то, что ты недовольна тем, что я не хочу развлекаться на деньги твоего папы, ну... Я не знаю, Юль, может... Ну, может, ты дура? Ну, может, я и дура. Мне было неприятно, что ты накинулся так на меня из-за меня. Угу. Вот видишь? Я говорю о тебе, а ты о ней. Мы расстались 8 лет назад, ты на ней помешана, алло. Окей, Коля, все, next subject, давай не будем. Чего? Говори по-русски.